Несмотря на стремительные успехи в развитии современной медицины и биологии, рак остается неизлечимой болезнью, которая ежегодно уносит миллионы человеческих жизней. Каждые 30 секунд в мире умирает один онкологически больной. Традиционные методы лечения, такие как хирургические вмешательства, лучевая и химиотерапия, к сожалению, часто оказываются бессильны перед этой страшной болезнью. Каждый год в соответствии с указом президента в октябре месяце мы отмечаем День борьбы с раком молочной железы. Заболевание этой патологии в женской популяции находится на первом месте. Рак молочной железы – заболевание прогрессирующее, и во всем мире оно все больше и больше набирает обороты, в том числе и у нас на Украине, в том числе и у нас в Крыму, в том числе и у нас в Керчи. Для того, чтобы справиться с этой патологией, есть все возможности. В мире разработаны практически, абсолютно все необходимые средства для того, чтобы заболевание выявить в ранней стадии. Это прежде всего исследования скрининговые, то есть профилактические осмотры женщин детородного возраста. Начиная с 20 лет, нужно проходить хотя бы раз в 2 года ультразвуковое исследование молочных желез на предмет выявления какой-то патологии. Ну, как правило, выявляем большое количество другой патологии, не раковой, но она же лечится. И когда мы лечим эту предраковую патологию, мы и имеем снижение заболеваемости самим раком. Потому что предупредить болезнь всегда легче и дешевле, чем лечить потом ее. Во второй половине прошлого века в промышленно развитых странах вновь стал нарастать интерес к социальным проблемам медицины. Усилилась необходимость лучше понять взаимосвязь между новыми проблемами общественного развития и особенностями здоровья населения. Все острее становилась потребность дать ответ на основной вопрос: какова перспектива укрепления здоровья граждан в обществе, страдающим социальными недугами. Удельный вес социальных проблем особенно велик в тех областях здравоохранения, которые имеют дело с такими тяжелыми заболеваниями массового характера, как рак. Организация раннего выявления злокачественных новообразований, современные диагностические мероприятия, длительное комплексное и комбинированное лечение заболеваний и их реабилитация требуют крайне больших материальных и духовных затрат и способны создавать определенную социальную напряженность. Женщинам после 35 лет желательно хотя бы раз в 2 года проходить рентгеновское исследование, маммографическое исследование молочных желез. В нашем городе уже почти 5 лет функционирует аппарат цифровой маммограф, который позволяет установить диагноз в очень ранних стадиях. Опухоль ту выявить, которая еще не пальпируется, до 1 сантиметра размера. Вот. Но должен сказать, что вот этот метод, мы на него очень уповали, надеялись, он имеет свои пределы. В каком плане? Аппарат более 3000-3500 в год исследований делать не может, поскольку это машина, она ломается. По статистике, нам для нашего города нужно 10 таких аппаратов, цифровых маммографов. Тогда мы можем охватить все группы. Но даже в этом случае, когда есть один аппарат, и он последнее время у нас недогружен. А почему, я объясню. Значит, некоторое время назад функционировала программа «Здоровье крымчан». За счет финансов республиканского бюджета приобретались рентген-пленка, она очень дорогостоящая для цифровых аппаратов, и соответствующие химикаты для проявления этой пленки. В этом году, к сожалению, программа прекратила свое воздействие. Вот, и мы вынуждены брать деньги с больных для того, чтобы приобрести рентген-пленку и для того, чтобы ее проявить. Стоимость исследования всего лишь 80 гривен. Это минимальное то, что может быть. В Симферополе это от 120 до 200 гривен это исследование стоит, плюс дорога. И там люди постоянно ездят.
Учитывая массовость распространения онкологических заболеваний среди населения, социальная онкология изучает так же как нравственную готовность, так и далеко не беспредельные экономические возможности общества бороться с эпидемией злокачественных опухолей. Квалифицированное обследование, лечение и реабилитация онкологического больного с использованием всех необходимых современных методов, которыми располагает сегодня клиническая онкология, может стоить очень дорого. Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о том, что показатели смертности от злокачественных новообразований почти на 10% выше среди бедных слоев населения, а показатели пятилетней выживаемости на 10-15% ниже, чем у обеспеченных людей. Имеем возможность диагностировать рак молочной железы лабораторным путем. Мы выполняем ряд исследований по исследованию онкологических маркеров в крови, биохимическое такое, и иммуноферментативное исследование. Вот за 9 месяцев этого года по раку молочной железы обследовано было 2 с небольшим тысячи женщин. Обнаружено 22 заболевания, из них которых запущенных 9 получается. Несвоевременное обращение 3 человека, а 6, заметьте, 6 из 9 женщин знали о своем заболевании и не приходили на лечение. Получается, что вот то, что мы с вами сейчас говорим, и то, что делаем, получается, что онкологи больше всего хотят, больше всего делают, и как будто бы исключительно только дело онкологов лечения этой болезни. Получается так, что население города, женщины устраняется от этого, они бегут от этого исследования, они не хотят обследоваться, они не хотят приходить. Поражает вообще реакция населения на это само заболевание. Знать о том, что у тебя рак, четко знать, причем из этих 6 2 человека медицинских работника, и они, значит, не приходят. Я вынужден об этом говорить, поскольку, вот такая небольшая статистика. Лечение предракового заболевания от 200 гривен до 1000, полутора тысяч гривен. Лечение рака первой стадии, эти до 1500-2000 гривен, до 3000 гривен. Лечение второй стадии, это до 10000 гривен. Лечение третьей стадии рака, это в гривнах все. Это до 50 тысяч и выше. Можете себе представить разницу? Но тем не менее, приходит женщина и начинает говорить, это дорого, какое вы имеете право, вы сделаете мне это все бесплатно. Но не могу я сделать бесплатно. Нет финансов. А сумма 80 гривен получается очень большой. Но если мы разделим 80 на 365 дней, сколько это мы получим в копейках? Так вот, если откладывать хотя бы по 30 копеек в день, то можно раз в год обследовать все, что у вас есть. Хотя бы 30 копеек в день. И можно сделать и УЗИ, можно сделать и маммограмму, можно сделать и онкомаркер исследовать, можно сделать рентгеновские снимки. И вовремя установить диагноз, вовремя пролечить его и получить хороший результат. Рак не приговор, часто повторяют онкологи тем, кто слышит о своем диагнозе впервые. Действительно, сегодня лечение предраковых образований и онкологии на первых стадиях проходит довольно успешно. Люди забывают о своем недуге и спокойно живут годами. Иное дело – онкология на последней стадии. Ежегодно выявляются пациенты, которые обращаются слишком поздно. Не отказывать человеку в помощи – обязанность врача. Даже терминальные стадии болезни предполагают лечение. Его называют паллиативным. Это лечение больных в паллиативном плане. То есть, когда мы оказываем помощь не радикальную, не убираем опухоль, а лечим те симптомы, которые вызывают эта опухоль. Тяжкая, невыносимая боль, необходимость в постоянном уходе. Вот с чем сталкивается умирающий от рака человек ежедневно, каждую минуту. И не только сам человек, его родные, близкие. На Западе давно пришли к мысли, что обреченный на смерть пациент требует специального ухода в специальном учреждении. Двушка, хрущевка, семья живет, молодая семья и кто-то заболевший находится в терминальной стадии. Значит, находиться вместе с этой семьей, это очень сложно. И дети, и молодежь, это очень сложно. И таких больных нужно куда-то положить.
где-то им организовать лечение, им уход нужен, им нужна работа психолога, чтобы успокоить, им нужно провести, подобрать программу противоболевого лечения. Это очень большой такой раздел работы, который включает в себя много позиций. И мы вот столкнулись с этой ситуацией, особенно в этом году очень много. И мы вынуждены класть этих больных сюда, на специализированную койку в онкологический диспансер. Что является ну, таким неправильным по отношению к тем больным, которые пришли получить специальное лечение. Представьте себе, рядом находится человек, которому проводится специальное лечение, он имеет шансы выздороветь, у него там вторая стадия, ему предстоит успешная операция, дальнейшая химиотерапия, скажем, облучение, потом реабилитация, и человек выздоровеет. И рядом лежит человек, который уже ничем мы помочь не можем, только паллиативно. В некоторых городах, например, в Симферополе уже есть хоспис на 10 человек. Помалу Украина приходит к организации подобного рода помощи. В Керчи говорить об открытии отдельного хосписа пока рано, но даже небольшое отделение на две палаты – уже результат. Мы обратились в нашу общину православную, вот, к христианам. Они помогли нам немного, собрали небольшую сумму денег, и мы на эту сумму денег начали ремонт помещений, выделенных для этого отделения паллиативной хирургии, паллиативного лечения больных, ну, что-то типа хосписа. Собственно, это не будет фактически хоспис, это будет отделение паллиативного лечения, там, где мы сможем их сконцентрировать и проводить Вот такие манипуляции. Пока ремонт завершили лишь в одной из палат. И то на стройматериалы ушло порядка 15 тысяч гривен. А нужны еще кровати, бойлер, кондиционер. Ко второй палате еще не приступали. Людмила лечится от лейкемии уже 5 лет. Женщине очень хотелось бы, чтобы эти палаты не дополняли и без того огромного ужаса и отчаяния от страшного заболевания. У меня лейкоз, гемоглобин падает, вливают кровь, химия. Вот. Ну, условия, конечно, как видите, ужасные здесь. Вон линолеум весь задрат. Это сыпется напротив двери туалет, и мужской, и женский. Летом открываем дверь и дышим всем этим. Вот. Так врачи внимательные, все хорошо. Ну, конечно, условия никуда не годятся. Онкология не отказывается от любой помощи. Стройматериалы, техника, материальные средства. Любое дело можно реализовать при желании. Яркий пример – реабилитационное отделение, открытое несколько лет назад. Очень нравится. Очень хорошие, заботливые врачи. Очень хорошая у нас Аида Агафьевна встречает как родных. Спасибо ей. Дай Бог ей здоровья, чтобы она никогда не болела. Врачи внимательные. Хорошие. Принимаем все процедуры по распорядку. Кормят нормально. Все хорошо. Да, все хорошо. Нравится. Все нравится. Все хорошо у нас. Все хорошо. Уютно, тепленько. Нравится, да. Условия. Уютно. Как дома. В будущем хосписном отделении хотят сделать такие же комфортные условия. Главное, чтобы в этом деле помогли. Перечислять средства можно в благотворительный фонд охраны здоровья и применения новых медицинских методов и технологий. Расчет на счет 26-007-054-915-111, МФО 384-436, ОКПО 248-76-346. Председатель Павел Георгиевич Кравченко.